Спасибо, но нам уже скоро на самолет. Спасибо, что пришли сегодня сюда. У них свой праздник, у нас свой. Поколение дворников и сторожей потеряло друг друга в просторах бесконечной зимы. Все разошлись по домам. Наше время, когда каждый третий герой, они не пишут в Facebook, они не ведут Instagram. Они стоят как ступень, пока горящая нефть лечит с этажом на этаж. И откуда-то им слышится пение. А нас все уверяют, что это мираж. Мы молчали, как цуцики, пока шла торговля всем, что только можно продать, включая наших детей. И отравленный дождь падает в гниющий залив, а мы до сих пор смотрим в экран, мы все еще ждем новостей. И наши отцы никогда не солгут нам, они не умеют лгать, как волки не умеют есть мясо, как птицы не умеют летать. Скажи мне, что же я сделал тебе, за что я доволен, но это без объяснений. Видимо, что-то в крови. Но я сам разжег огонь, который выжег меня изнутри. Я ушел от закона, но так и не дошел до любви. Но молись за нас, если ты можешь. У нас нет надежды, но этот путь. А голоса звучат все ближе и строже. И будь я проклят, если это мираж.
Спасибо. Ну еще один под конец, чтобы не заканчивать на общественном значении песни. Борис, Думайте, я больше не участничаю. Подумайте об остальных людях.